Ну, во-первых, теперь я знаю, как надо воздействовать на силовые органы. Для того, чтобы начались проверки, реальные проверки, надо кого-нибудь избить. То есть они сами приводят нас к этой логике. Это страшно. А почему до этого не проверяли? Что, не было видно коррупции, засилия? По поводу вытеснения ничего плохого не произойдет. Кто видел в последнее время наших жителей средней полосы на наших рынках? Их практически нет. Но я уважаю ребят, которые приехали оттуда, они привозят, наверное, очень хорошие фрукты и овощи. Но все-таки картошка растет у нас. Я не понимаю, почему нашей картошкой торгуют эти ребята. Поэтому ничего страшного не произойдет. Может быть, на рынках чуть уменьшится цена. Вот, и товары бы останутся те же самые.